Балдачи ансамбли ижат концертна булган кадар кубрек мардва халкының милли жырларын олган. Нек олар ансамблының шын юзын ошып берем. Уз халкының елаларын, үскеймдерін соқлып қала олган бүгілмә коллективы турында. Ульяновск, Иренбур, үлкелерінде, Түбен Новгородта ишоши мардвалар яхшы білем. Быйыл Валдачи ансамбли әлігі шахарлар буйлап гастрольға йөрей. Александр Филиппов ансамбльға яңа жырлар алып келген. Көбісін интернет аша табан, һәм ансамбль жетекшісіне тәғдим итә. Бұл жырларны көңілге өтіп кірердей жырлар үшін тіліне білу мүхим деп әйтә Александр Филиппов. Нәқ шуның үшін ол әлігі ансамбльға йөри башлайм. Нравится то, что это общение на родном языке. Не часто это бывает. Народно-задушевные песни, культура родного языка, я родной язык, родной край изучаем. 10 йыллық тарихы болған ансамбльда 40-тан артық кіші қатнашан. Береді олар милли ғұрып-ғадәтлеріне халық жырларын үйрену білә мәшғұл. Репетиции у нас после рабочего дня, то есть в 6 часов приходят люди после работы, собираемся за самоваром, и нам уже подбирают материал, что-то приносим, нам очень помогает вот Саша, то, что наши с Мордовии приносят нам вот рекомендательные такие музыкальные сопровождения, эти берем, и старинные песни, обряды, каждый артист приносит сам из своего села. Золда отырушыларының барсы диярлік мардыва халқын. Раис Багданова Иренбур үлкесінің северный районында туып үскен. Концертқа ауылдашларым Кирсановкада ешеген дусларымны көрге келдім дейіл. Хочу поболеть за своих. С нашей деревни тут много очень выступают девчонок. Всем добро, здоровья, чтобы у всех было благополучие в доме. Мордовские песни, они душевные. Это душа народа. Редко, когда услышишь действительно народную песню. Эти все вот уже прыгалки надоели, потому что мы их воспитаны на тех традициях, на народных. Валдачи хазыр яңа урлар яулауға әзірлене. Яңа илға яңа планнар қыра. 2015 жылын алар юбилей елы деп иғлан ете.